Всем привет, ребята! Я мама Маша. А я Настя. Мамочка, ты купила что-нибудь интересненькое в магазине? Купила. Вот, Настя, посмотри. Что это такое? Куколки Ло? Это рождественский календарь с сюрпризами. Здесь есть 24 окошка и 24 сюрприза. Мы его будем постепенно открывать, когда будем ждать Рождество. Но я не хочу открывать постепенно. Я хочу открыть все сюрпризы сейчас. Нет, Настенька, этот календарь мы начнем открывать перед Рождеством. Ну, мама, мамочка, мне очень хочется узнать, что там. Давай его откроем сейчас. Эх, ну ладно, Настя уговорила. Ведь я тоже хотела посмотреть, какие сюрпризы прячутся в этом календаре. Ура! Как же здорово! Мы не будем ждать никакого Рождества! Вначале снимем с нашего календаря вот эту прозрачную пленку. Ну а теперь будем по очереди открывать 24 окошка. Где же тут цифра 1? Вот она! Открываю! Что же тут прячется? Похоже, это наклейки с куколками Лол. Посмотри, как их много, Настя. Видишь, какие куколки-наклейки нам попались? Ура, теперь у меня будут наклейки, я наклею их в свою тетрадь. Откроем окошко номер 2. Вот оно, посмотрим, какой сюрприз прячется тут. Ой, мне кажется, это печенье. Давай попробуем. Очень вкусное! Откроем окошко номер 3. Вот оно! Я чуть его нашла. Его было совсем не видно. Что же это? Неужели еще много наклеек с куколками Лол? А вот здесь переводки на ногти. Нужно приложить, намочить водой и вуаля! Переводка осталась на пальце. Да! А теперь откроем окошко номер 4, 5 и 6. В четвертом окошке я нашла симпатичный брелок. В пятом снова печенье, но в шестом почему-то было пусто. Наверное, подарок отсюда улетел в другое окошко. Сейчас откроем номер 8, 9 и 10. А вот еще наклейки на ногти. Этих наклеек хватит и мне, и тебе. Это точно! Теперь откроем окошки под номерами 11, 12 и 13. Печенье! Еще одно! Может быть, здесь нас ждет какой-то сюрприз? Опять пустое окошко! Да, но не расстраивайся, Люся, это значит, что сюрприз из этого окошка улетел в какое-то другое. Теперь откроем номер 14. Опять печенье! 15. Еще много наклеек. И 16. Куколка Лол в мою коллекцию! Люся, давай узнаем, что в 17 окошке. О, неужели это печенье? Точно, я не ошиблась. А в 18-м? Осталось совсем чуть-чуть. Давай откроем окошко под номером 19. О, Настенька, колечко! Мое, мое! Наконец-то мы получили сюрприз! Осталось 5 окошек. Откроем 20. Опять печенье! 21. И снова ничего! Помнишь, нам в одном окошке попалось сразу много наклеек с девочками Лол? Так вот, мне кажется, эти наклейки попали туда из этих пустых окошек. А, теперь понятно! Вот видишь, мы разобрались. Теперь давай откроем номер 22. Одна наклейка с куклой Лол и наклеечки на ногти. Остался номер 23. У, опять печенье! И 24. Это самое большое окошко. Посмотрим, какой же сюрприз спрятался здесь. О, тут их было целых 2. Наклеечка с куколками Лол и опять печенье. Ну вот, мы открыли все сюрпризы. Ты рада, Настя? Очень!
очень! Теперь у меня так много печенюшек и наклеек, что я могу поделиться ими со своими сестричками! Ребята, а какой сюрприз из этого календаря вам понравился больше всего? Напишите нам об этом в комментариях! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками!